Так, одну секундочку, мужчина, вы к кому? Я это... Я спрашиваю, вы в какую палату, кого вы навещаете? У меня пойдем, сын, пойдем. Мальчик. Как фамилия вашего сына? Женщина, это не важно, это не важно. Одну секунду, вот я сейчас вызову охрану, вот тогда это действительно будет не важно. Все, я все понял, не надо никого вызывать, никакую охрану, я ухожу, все. Вот и уходите. И побыстрее, пожалуйста. Чтобы я вас не видела здесь больше. Устроили тут проходной двор. Где охрана вообще? Долго думала, как разорвать этот порочный круг, как освободить Илью и освободиться самой. И я поняла, что лучшее, что я могу сделать в этой ситуации, это уйти из жизни. Да, хорошо, договорились. Я перезвоню. Рад видеть, Илья Александрович. Присаживайтесь. Олеся, что-нибудь закажете? Спасибо. Ну что, появились какие-то новости? Новости? Мы же говорили, вы позвоните, если вдруг всплывут какие-то новости относительно Насти. Я, собственно, думаю об этом. Настя, она в последние дни как себя вела? Нормально, как обычно. Может быть, какие-то конфликты? Конфликты? Ну да, по работе. По работе у нее всегда все было прекрасно. Ну, я так и думал. Абсолютно бесконфликтный, уживчивый, приятный в общении человек. Может быть, не по работе, я не знаю. Илья Александрович, что с вами сегодня? Вы прямо скажите, что вас интересует? В той коробке нашел диск. Хотел, чтобы вы посмотрели. Диск с документами? Документами нет, с фотографиями. Показывайте. Вот. Посмотрите, может быть, вы знаете кого-то из этих людей? Нет, впервые вижу. А что вас удивляет, Настя с какими-то знакомыми? И, кстати, с чего вы решили, что я должен их знать? Ну, просто диск был на работе, может быть, это коллеги? Нет, не коллеги. А знакомых своей жены, скорее, вы должны знать, нет? Может быть, вы тогда мне скажете? Что с документом я должен был найти у нее? Не должны, не должны. И вообще, раз при жизни не интересовались, сейчас-то чего ж копать? Всего доброго. Держитесь, Илья Александрович. Есть же женщины, у которых дружная семья, любящий муж. Почему же у меня такое чувство, будто вокруг меня пустыня? Что со мной не так? Чем я это заслужила? Илюх, ну как ты? Ну, похоже, не очень, да? Все нормально. Нужно срочно восстанавливать энергетический баланс. Как говорится, не сказать, равновесие между инь и янь. Слушай, отстань. Нет, нет, я всем сказал, чтобы Ладынина не трогали. Он занят исключительно важной работой. Кому всем? Ну, например, сейчас подходила наркологиня и спрашивала, а вы Ладынина не видели? Ну, я ей, так сказать, популярно объяснил, чтобы со всякой ерундой к тебе не приставала. Знаешь, смекнула очень шустро. Какого черта? Куда ты лезешь? Ты что, бля, куда я лезу? Туда, куда тебе не следует. Кто тебя за язык тянул? Она что, что-то важное должна? Да не важно, что она должна была сказать. Ты из какого боку здесь? Уж извини, что ты раскричался-то? Может, тебе еще правую подставить? Давай, с удовольствием. Да поставь ты ее, сколько можно держать? Ну что, она грудная, что ли? Викуля, иди в палату, я скоро приду. Пока. Ребенок 3 дня в больнице, они анализы не могут сделать.
Сколько еще ждать эти анализы? Не знаю. Я на работу опаздываю. Ну так иди, я позвоню. Да. Пока. Пока. Я не буду это есть. Это не макароны, а дрянь какая-то. Забери. Во-первых, заберите. Во-вторых, это нормальная еда, нормальные макароны. Я прошу тебя, пойди поешь, пожалуйста. Я сказала, заберите эту гадость. Это не гадость. Для тебя готовили, на кухне старались. Я прошу тебя, пожалуйста, пойди покушай, как все детки кушают. Нет, так нет. Это что такое делается-то? Наталья Ивановна, это все, что? Все, Юля, Елисеева, проходите. Готовы результаты анализа. Это что за беспредел-то такой, а? Прошу садиться. Диагноз подтвердился. У вашей дочери легочная форма муковисцидоза. То есть у нас не пневмония. Пневмония возникла на этом фоне, поэтому лечению поддавалось плохо. А это опасно, этот мука? Муковисцидоз. Да. Вам нужно будет постоянно следить за здоровьем девочки. Заболевание серьезное, на сегодня неизлечимое. Как? Еще бы я советовала вам сделать генотипирование, чтобы определить вероятность риска рождения следующего ребенка той же патологии. Но об этом мы поговорим сегодня еще раз, когда придут ваши с мужем анализы. Моя девочка, это просто... Ночью хотел попить воды, а на посту не было дежурной сестры. Мне не понравился мой рентгеновский снимок. Требую переснять. Рентгенолог не отказал. Врач Андреева Вера Сергеевна всегда улыбается. А я хочу серьезного подхода. Я ей говорю, у меня боли в животе. Она улыбается и говорит, все будет хорошо. Это безобразие. Врач в грубой форме отказался объяснить мне смысл назначения. К доктору Егорову всегда огромная очередь. Что она себе думает? Медсестра Оксана мужчинам ставит уколы не больно, а женщинам делает всегда быстро и больнее. У меня из окна палаты плохой вид на стройку. Прошу поменять палату с видом на парк, никто не слушает. В туалете не было бумаги. В травматологии никого не дозовешься. Иногда мне хочется просто положить ему голову на плечо и пожаловаться. Почувствовать, что он хоть немножко любит меня. Что ж ты делаешь-то? Краснов Савелий. О, прости, я твой бутерброд сожрал. Сейчас. Все будет хорошо, кисонька моя. Все будет хорошо. Только мне сейчас надо идти, ладно? Отпустишь маму? А я к тебе завтра с утра приду. Чего тебе принести? Апельсинчиков хочешь? Или нет, давай лучше бананчиков. Я хочу, чтобы ты осталась. Моя девочка. Маме надо работать, денежки зарабатывать. Ну? Вот и умница. Оп!
Вы здесь надолго? А что? Вы заняли место моего соседа. Уеду скоро. Еще один к Мариане, что ли? Извините, вы случайно Нину Кудрявцеву не знаете? Ниночку? Да. Ну, знаю, конечно. И УЗИ у нее делала. А как вас зовут? Татьяна Викторовна. Константин. Это лордик. Лордик. Нет, мне просто интересно, для вас вместе выпить кофе – это такое событие, которому надо как-то специально готовиться? Мы с вами договорились выпить кофе. Собственно, вы это предложили. Я вам перезвоню, вы говорите, что вы не готовы. Я что, должен отчитаться? Да нет, не должны. Мне просто показалось, что… Что вам показалось? Отношения помимо работы – это не по мне. А вам это явилось через полчаса, после того, как мы условились? Ну, будем считать и так. Да и вообще, давайте с вами договоримся. Никаких разговоров не было, ничего не было. Спасибо за мячик, спасибо за Бетховена. А идите к черту, да? Отлично. А я ждала чего-то подобного. Ну, раз ждали, могли бы не начинать. Слушай, не надо мне говорить, что я могла бы. Больше не начну, не беспокойтесь. А ты чего хотела-то? Она молодая, интересная, одинокая. А часто он к ней приезжает? Раза три в неделю приезжает. Солидный такой. Лет за 50. Старик, значит? Чего? Да после 50 жизнь только начинается. И сексуальная в том числе. А вы не знаете, он женат? А как же? Выходит из подъезда и сразу жене звонит. Суси, 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 пуси, трыба, пуси. Задержался на работе, спешу, еду, целую. Пш, аж противно просто. Ну, в общем, разводиться он не собирается. Никогда не разведется, это я тебе говорю. Ты пойми, что Нинка-то она ему зачем? Для поднятия тонуса. А старая жена, как старый халат. Тепло и удобно. Лордик, ты мой сладкий, хороший. Ты, наверное, тут сидишь и думаешь, и зачем он ей нужен? Женатый, старый, а я такой молодой, красивый. И зачем? Так женщине-то надежность нужна. Мужик, он должен быть мужик. Уверенный в себе, без комплексов. Я тебе что хочу сказать? Ну ты, ну нечего тебе тут ловить-то. Нечего. Отвлекаю. Хочу тебе кое-что показать. Слушай, вот мне интересно, ты когда людей обижаешь, ты что-нибудь чувствуешь, а? Ты о чем? Вот-вот. Да нет, знаешь, вот мне просто интересно.
Я сейчас не ругаюсь. Я не вспоминаю, как ты мне по морде дал, как я тебя из маньки вытащил. Ну вот интересуюсь просто. Ты понимаешь, что люди могут обижаться? Это обид какая-то бабская категория. Понятно. Ничего ты не понимаешь. А что я должен понимать? Ну ляпнул что-то с утра, и что? Кто? Ты ляпнул? Это ты ляпнул? Нет, ты не ляпнул. Ты показал себя во всей своей красе. Но вот мне интересно, ты хотя бы догадываешься, что ну, человек — это живое существо? Что он чувствует что-то? Я что, оскорбил твои чувства, что ли? Да я-то при чем, Бог со мной? Ну ты же сына обижаешь, ты Настю обижал. Вот это мне интересно, ты когда-нибудь это поймешь? Ой, я все уже понял. Да дурак ты, Ланцет! А еще говорят, что жизнь чему-то людей учит. Стой! Ты мне показать что-то хотел. А ты посмотри, а сам обижается он. Была, что нет ее. Вроде никакие процедуры не вызывали. Да вы успокойтесь. Успокойтесь. Доктор. Кто-нибудь! Доктор! Где Вика? Вика! Валентина Ивановна, это ни в какие ворота уже не лезет. Но это же ваши кадры. Кто у нас начмет? Олег Романович, давайте по делу. По какому из дел прикажете? То у нас фельдшер уходит в мир иной, то врач на скорой маньяк, теперь вот ребенок пропал среди бела дня. Позвали, Валентина Ивановна. Олег Романович, доброе утро. То, что ребенок пропал, знаете? Да, к сожалению. Ну вот сейчас приедет полиция, когда будете с ней общаться, пожалуйста, держите себя в руках. Не перегибайте палку. Что вы имеете в виду? Я имею в виду, что Илья Александрович часто превышает свои полномочия, после чего наших сотрудников выводят из больницы в наручниках. На радость прессе. Вот я прошу вас на этот раз. Давайте обойдемся без этого, по возможности. Слушаю. Да, спасибо. Что? Приехала. Полиция приехала. Ну, приехала полиция. Вы не слышите? Что вы стоите, Илья Александрович? Приехала полиция. Идите, разговаривайте. Да, только я вас очень прошу, в новый корпус их не водите. Там линолеум только что постелен. Я пойду, Валентина. Значит так. Берете мамашу из детского отделения. Идите в комнату охраны и осматривайте видео с камер. Что стоим? Бегом! Видео с камер мы уже с мамой девочки посмотрели. На них нет девочки. Сейчас мои ребята все сами осмотрят. Ну зачем тратить время и мать-то нервировать? А затем, что мы не кино здесь смотрим, а работу делаем. Проводим следственные мероприятия. Девочку, видимо, вывели через приемник для инфекционных больных на первом этаже. У них там отдельный вход. То есть кто-то знал хорошо расположение больницы или, скорее всего, здесь лечился. Слушай, мы все посмотрим, все выясним. А сейчас тут лишний. Да я как раз не лишний. Я лучше тебя знаю расположение больницы. Вот опять да, раздуваешься о собственной значимости. Ты смотрел ее историю болезни? Зачем? Хотя не надо, не рассказывай, времени нет. У нас есть свидетель, есть подозреваемый. Мы работаем, ты отдыхаешь. Хорошо, хорошо. Давай, давай, я как раз засеку время и жду тебя у себя в кабинете. А ты чего? Смотри! Так, 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 так. А камера перед детским отделением где? Так она не рабочая. Ну, для вида висит. У нас половина таких. Главврач сказал, дорого и никому не нужно. Нормально. Вот он. Это что? Центральный холл. Центральный холл. Я его как увидела, я сразу поняла, что-то не то. Странный какой-то, ходит по всем палатам, заглядывает. Или маньяк, или педофил. Почему педофил? Детские же палаты. Какой нормальный человек будет лазить по детским палатам? Ясно. Ну а дальше что? Я его выгнала. Правильно сделала. Так, ребят, смотрим. Значит, ты распечатываешь 15 фотографий, идешь и опрашиваешь пациентов. Ты пробиваешь эту рожу по нашим базам. Как только будет хоть какой-то результат,
Адрес, телефон сразу мне. Фотографию на телевидении, чтоб крутили с утра до вечера. Все, бегом! Можешь отмотать? Ага, запускай. Скажите, а как вы думаете, девочка жива еще? Не могу сказать. Ну, часто вообще их живыми находят. По-разному бывает. Ладно, я вам, наверное, не нужна больше, я пойду. Да идите пока, спасибо вам. И что мы вас позовем? Слушай, а можешь укрепнуть, а? Стоп, вот стоп. Чуть назад. Ага, вот. Вот это надо лечить. Игорек, организуй нам кофейку и пожрать чуть-чуть. А вот и вы. Ну что, все сидишь? Да его днем не бывает. Он все больше по вечерам приезжает. Может, тебе кофейку вынести? А мы знакомы? Ну, ты хам. Проверил? Мне сказали, здесь следователь. Здравствуйте. Все, давай. Да, здрасте. Он самый. Вы присаживайтесь. Я в новостях видела. А, я его узнала, этого негодяя. Так, давайте по порядку. Как вас зовут? Немчинова Тамара Николаевна. Он преследует моего сына. А сын где? Дома, с бабушкой. Он крутился возле нашего дома. Так давайте адрес, вдруг он снова там появится. Так я же его сегодня во дворе видела. С утра? Да. Ага. Так если он с утра был во дворе, куда же он девочку дел? А может быть, он ее съел? Съел девочку, а потом отравился есть вашего сына. Ну, я хотела сказать, что, может быть, он ее спрятал и отправился выслеживать моего сына. Не самое типичное поведение для маньяка. Маньяк на то и маньяк. От него можно всего ожидать. Ладно, давайте адрес. Улица Юбилейная, дом 3, квартира 2. Наш голубчик. Объект перед нами. Двор перекрываем быстро. Пошли. Петров Дмитрий Анатольевич? Да. Лежи! Ребенок где? Быстро говори! Что? Девочка где, сволочь? Какая девочка? У меня мальчик, сын. Ну, мальчик где? На третьем этаже живет с бабушкой. С бабушкой? А ты что здесь делаешь? Я жду, что они выйдут погулять на площадку, увидеть его хоть одним глазком. Если не верите, у меня в портмоне фотография в заднем кармане. Черт, поднимай его. Жена твоя? Бывшая. А ты в курсе, что она заявила, что ты педофил? На Тамару это похоже. И за что она так с тобой? Наверное, за то, что мы расстались, она ребенка с собой забрала и видеться мне не дает. А я вот жду, вот, может, выйдут погулять на площадке. А в больнице что делал? Мне в садике сказали, что Ярик в больницу попал. Сын мой. Я поехал туда, а мне потом бабушка сказала, что их уже выписали тогда. Наручники снимай с него. Значит, с бабулей общаешься? Кое-как. Но она просто понимает, что ребенку отец нужен. Хотя очень сильно Тамару боится. А Тамара, она мне сразу сказала, найду любой способ, чтобы избавить тебя с нашего горизонта, убрать подальше. Вот, похоже, и нашла способ. Ясно, ясно. Ты это, по кустам особо не шарься, а то тебя реально за маньяка принимают. Угу. Свободен.
Спасибо. Все, ребята, отбой. Ничего, что без стука. О, ты что, опыты ставишь? Тю-тю-тю-тю-тю. Для мыши. Короче, первоначальная версия не подтвердилась. Ходил за историей болезни, сказали, ты забрал. А, сек. Да. Понятно. Значит так, берете радиус метров 500 и вперед. Короче, в больнице ее нет. Мы, парни, все прошерстили. Каждую кладовку, каждый подвал. Кинологи с собаками пытаются взять след. Что там с историей? Если мы не найдем ее в течение суток, она умрет. Ну, это тебе без истории могу сказать. Слушай, ты ко мне пришел или я к тебе? Она погибнет без приема лекарств, без должного ухода. Ну, с этого надо было начинать. С чего начинать, это ты будешь своим оперативником говорить. Тяжелая болезнь, легочная форма муковисцидоза. Без антибиотиков и без средств, которые разжижают мокроту, человек наступает удушье, человек умирает. Еще это наследственная болезнь. Это все? Нет, не все. Есть еще интересные факты. Пошли. Пойдем, пойдем. Хорошо. Нюхай. Нюхай. Ищи. 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 Что, след потерял? Сидеть. Почему мне сказали, что Вика ваша неродная дочь? Какая разница? Мы никогда этого не говорим. А вы же понимали, что генетические анализы это покажут? Зачем вы их делали? Я понимаю. Надо было сказать. Я постеснялась. Где ее биологические родители? Не знаю. Эта биологическая мать бросила ее в роддоме. Так давайте-ка отсюда поподробнее. Мы с мужем не можем иметь детей. Решили взять ребеночка. Удочерили Вику, когда ей было 2 месяца. А почему вы сразу-то об этом не сказали, когда ребенок пропал? А что это дает? Ну как что это дает? Версию, что ее могла похитить биологическая мать та самая. Я же ничего не понимаю. Но она не знает ни имени, ни фамилии. И потом, ведь есть тайна. Усыновление, удочерение. Тайна. За деньги сейчас любую тайну можно узнать. Но зачем я это сейчас? Прошло 4 года. Скажите, а где ваш муж? На работе. А в курсе, что ребенок пропал? Нет. Я ему звонила с утра. Он не подходит к телефону. А вот персонал утверждает, что вчера вы со своим мужем здесь общались на повышенных тонах. Это правда? Я тебе говорил, что отказники нормальными не бывают. Говорил? Здоровая, здоровая. Это обычная пневмония. Которая длится уже 4-й год. Она же постоянно болеет. Тише. Еще бабочку нарисуй. Я уже молчу, сколько стоят все эти лекарства. Так очень тяжело жить. Мы просто не потянем. Давай ты не будешь при ребенке. Хорошо? Хорошо. Понимаете, здесь не все так просто. Ну, просто. Он любит Вику, но всегда очень хотел иметь своих детей. Но потом он устал, замотался, сдали нервы. И потом на работе боится, что его сократят, а теперь еще и сложности с деньгами. Поэтому он взял ребенка. И отвез в детдом.
Все ясно. Нет, этого не может быть. Извините. Сейчас я позову еще медсестру, она накапает успокоительно. Да, понял. Ну что, установили геолокацию телефона папаши этого. Так, ребята, мы едем брать Елисеева, а вы в органы опеки. На вас вся информация по биологической матери. Чем быстрее, тем лучше. По коням. Вот, отель «Остров». От аэропорта 40 минут на катере. Представляешь, бунгало, белый песочек. И только ты и я. Елисеев Константин Николаевич? Совершенно верно. А в чем дело? Девочка где? Какая девочка? Дочка ваша, Вика. В больнице. А. Она пропала. С утра еще. Как пропала? Ну так пропала. А ты куда звонишь-то? Жене звонила. Ну куда? Так. Костя? Алло. Алло, кто это? Да, это Звонарев, следователь. А где Костя? А Костя? А Костя на работе. Пашет в поте лица, да. Приедет к вам скоро. Угу. Скажите, есть какие-то предположения? Есть. Одно. Если ребенка собрался заводить, будь уверен, что сдюжишь. Да, и еще. Будешь баб по ресторанам водить, точно на работе сократят. На связи оставайся. Хорошо. Валим. Ты уходишь? Да. Сестрички, не подскажете, Глеб Олегович, скоро будет? Сейчас уже сидим. По записи. Он всегда пунктуальный такой, никогда ждать не заставляет. Может, случилось что? Раз по записи, подождите. Его сегодня целый день нету. Может, Федулова сказать? Дура, что ли? Как скажем, так первый и огребем. Это точно. Нет врача, ждите. Вадимовна, здравствуйте. Это вас из больницы беспокоит. Дежурный специалист заболел, и вас срочно требуют на рабочее место. Срочно! Сейчас выползет какая-нибудь на четвереньках. Какой сегодня день, не помнит, не то что про дочь. Кто там? Полиция, откройте, пожалуйста. Полиция? А да. По какому поводу? Откройте. Здравствуйте, старший оперуполномоченный Звонарев. Что вас интересует? А нас интересует Лаврентьева Ирина Юрьевна, подозреваемая в похищении Виктории Елисеевой. Какой Виктория? В январе 2013 года вы на свет дочь произвели, так? Ясно. Проходите. Спасибо. Мы тут осмотримся, не возражаете? Да, я произвела, как вы выразились, на свет дочь. Но это и все. Ага. Алло, я перезвоню. Оставили в роддоме? Совершенно верно. Никого нет. Вы действительно рассчитывали здесь кого-то найти? Скажите, а по какой причине вы ее оставили? По самой очевидной. Не хотела иметь детей. Алло? Да, Герман Семенович. Завтра в 2. Извините, я не могу говорить. А зачем вообще надо было рожать? Это была досадная случайность. Аборт делать вредно, а родить очень полезно для здоровья. И что? И чем же вы занимаетесь? Я фрилансер, дизайнер. У вас есть еще вопросы ко мне? Нет, пожалуй, нет. А вы про дочь свою узнать не хотите? У меня нет дочери. Как
когда мне плохо, грустно, я ничего не могу ему рассказать, не могу пожаловаться. И не потому, что он не поймет. Он просто не станет меня слушать. Ему неинтересно. Все, что связано со мной, ему неинтересно. О, это я тебя удачно встретил. Тут новая инфа появилась. А что ты так смотришь? Один раз оказался прав, может, еще раз пригодишься. Ну, типа похвалил. А между прочим, похвала от Звонарева дорогого стоит. Да, только Ладынин об этом не в курсе. Ты что, обиделся, что ли? Что я тебя в фойе-то слушать не стал? Так я никого не слушаю. Ну, хоть что-то у нас с тобой есть общего. Водитель скорой вспомнил, что с утра видел девочку на парковке, которую возила другая девочка, постарше, на шикарной тачке, с шофером. Ну, пойдем к детскому врачу. У нас сегодня была только одна выписка. Лариса Хмелевская, 10 лет. А кто ее забирал? Шофер. Там, видимо, семья своеобразная. Родители где-то в Майами, девочку пасет прислуга. Правда, там неизвестно, кто кем командует. И почему такая девочка и в государственной больнице? К нам она попала по скорой позавчера с подозрением на аппендицит. Девица здорова, дай бог всякому. Сегодня и выписали. Адресочек есть у вас? Да, пожалуйста. Вот здесь, пожалуйста. Ешь. Я же тебе сказала, а то играть не будем. Вот так. Молодец. Так. Давай еще. Давай, на. Ну? Ну, что ты капризничаешь, а? Вкусно. Может, пирожное? Давай пирожное. Почему нет? Вкусно же. Может, позвонить родителям девочки, чтобы они не волновались? Сначала Славик возникал, теперь ты. Я папе и маме скажу, и вас уволят. Эй, ну хватит капризничать, а? Ты чего? Можешь попить? Успокойся, чего ты? Эй, ты чего? Успокойся. Ты меня слышишь, нет? Откройте, полиция! Ты чего? Не могу, хозяева не разрешают. Откройте полицию, у вас ребенок краденый. Где она? Быстрее приходите, ей плохо. Мы играли, а потом она в водке. Я думала, она так играет. Освободите стол. Все же хорошо будет. Реанимационную бригаду с аппаратом ИВЛ. Девочка 4 года. Да. Никольский переулок, дом 23Б, 7 этаж, квартира 646. Да, скорее, ребенку очень плохо. Что? Так, нужен очень острый нож. Зачем? Иначе он умрет. Так, давайте бинты, спирт или водку. Еще если есть шприц. Трубочка или коктейль? Я не смогу! Иди сюда, Олежек. Сюда. Где? Вот здесь вот. Один сантиметр. На ноготь. Давай не бойся. Давай. Ну, черт. Давай. Как мне сюда? Здесь? Thank you.
О, дышай, дышай. О, дышу, 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 дышу. Ожила. Открывай ручку. Ласка, открывай. Дышай. Вдох делай. Ртом дышу. Живая, а? Дыхай, дыхай. Молодец. Молодец. Дыши, дыши, дыши. Дыши. О, глубже дыши. Дыши ртом. Дыши. О, слава богу, а? Получилось. Глубоко делай вдох. Ну ты даешь. Ты вообще зачем меня сюда привезла, а? Расписаться вот здесь. Славик, иди в машину и жди меня там. До свидания. До свидания. Ну, счастливо. И не пугай больше свою няню. Хорошо. Всего хорошего. До свидания. До свидания. Представляешь, на дачу собрался с женой. Нет, вызывает начальник. Вот, понимаешь, отгул и пропал. А самое главное, я же его за 2 недели предупреждал. Ну, так всегда и бывает. Ну, ладно, Володь, пойду я. Давай. Счастливо. Быстрее. Ей там было очень грустно. Там вообще противно в этой больнице. Я хотела ее развеселить. Я бы потом ее, честное слово, обратно вернула бы. Вернула. Скорая! Бегите, открывайте, ну! Че, давай? Мне еще на работу сегодня. Как ты говоришь, это называется? Коникотомия. Теперь можешь всем говорить, что ты провел коникотомию. В общем, был героем. Принудительно. А как по-другому? Ты когда-нибудь видел человека, который всерьез решил стать героем? Ну, я, например, насмотрелся в детстве детективов советских и решил, буду героем. Стану полицейским, буду бандитов ловить. Ну и что? Да ничего. Барыги одни до сутенера. На старости даже будет вспомнить не о чем. Ну, кроме этой девочки, конечно. Слушай, давай как-нибудь пивка попьем, а? Как-нибудь попьем. Пока. Твои фокусы, да? А что такое? Дураком не прикидывайся. Свиданка сорвалась с женатым любовником, да? Продуктов накупила, хотел романтический ужин сделать. А тут бац и облом. Да пошел ты, урод! Лёнь, я подъехал, спустись, пожалуйста. Забери свои ключи. Что случилось-то? Ничего. Подожди, что случилось? Шишу выпустили. Как это выпустили? Так, выпустили. Все, гордишься собой? Да подожди, чем тут гордиться-то? Что, меня из печенок вытащил. Ты же всегда у нас добиваешься того, чего хочешь, да? А что, меня теперь зарою тебе по боку? Гади, как это случилось? Как? Денег дал, и все, свободен. Там же все повязли, ты понимаешь? Свои же менты отмазали. Слушай, этого не может быть. Может. Ты понимаешь, что они молчать просто так не станут? Сейчас спросят, кто его сдал, ему сразу доложат. Тихо, ну ты прям... Доложили. Да прекрати, подумаешь, какой-то шиш-наркобарон, что ли. Ты просто не знаешь, как у них там все схвачено. Ничего не схвачено, тебя лапши на уши понавешивали. Это ты мне лапши на уши понавешивал. Бери свою машину и вали отсюда, ты понял меня? Если еще хоть раз здесь я тебя увижу, я себе вены порежу, ты понял? Маме там точно лучше без тебя.
Ну заткнись. Я тебя ненавижу! Ты в курсе, что этого придурка в обществе? Да в курсе, в курсе. Чистый он был. Это что значит чистый? То и значит. Спалил подставу, траву сбросил. Предъявить ему нечего. Ага. Ну и сколько твои ребятишки денег взяли за такую версию? Ты ерунду-то не городи. И не зли меня, я так злой. А пацану своему передай, чтобы маякнул сразу, как только эти гопники появятся. Все, отбой. Выпьешь? Да не. Рита! Да? Ну, где же ты? Я здесь. О, хозяюшка ты моя. Ты-то сама с нами? Нет, нет. У меня есть сериал. Давай еще, да? Ну, давай, давай. И все. Хорошо. Тише. Пап, слушай, а давай Кудрявцеву уволим? Нину Вадимову? Угу. А что она тебе сделала? У них там бардак в отделении, бухают. Я недавно их от линейного отмазывал. Ну что, это все? Тебе что, мало? Ну, знаешь, сынок, давай я сам буду решать, кого мне увольнять, а кого нет. Хорошо? То есть мое мнение вообще значения не имеет, да? Ну вот, когда ты докажешь, что к твоему мнению стоит прислушиваться, тогда будет иметь значение. А пока закрыли тему. Пап, ну она просто реально плохой сотрудник. Ну что, нельзя другого найти? А, ну я понял. Ты к ней приставал, и она тебя отшила. Да? Ну да. Знаешь, Глеб, что я тебе скажу? Мстить за этой женщине – самое низкое, что только может быть. Рита, картошечка чудесная! Сегодня мы беседуем с психиатром Ольгой Покровской и говорим о проблеме, на которую общество не имеет права закрывать глаза – о суициде. Здравствуйте, Ольга Сергеевна. Здравствуйте. Да, порой человек попадает в пограничную ситуацию, когда смысл жизни, ее ценность для него уже не существует. Как выразился профессор Гарфункель, пропадает ответственность человека, ощущающего себя связующим звеном между прошлым и будущим. У меня пропала ответственность человека, ощущающего себя связующим звеном между прошлым и будущим. Пропадает ответственность человека, ощущающего себя связующим звеном между прошлым и будущим. Алло? Ольга, простите, что так поздно. Не бросайте, пожалуйста, трубку. Я знаю, что я скотина, да. Мне просто очень нужна ваша помощь. Хорошо, заслушаю.